День, дорогие друзья, у нас сегодня важная встреча. В нашей команде Infinia очень много партнеров, больше 20 тысяч человек. И, как вы знаете, на протяжении последних 2 месяцев у нас было много обновлений, и все были на низком старте. И сегодня, спустя вот это продолжительное время, у нас важная встреча, чтобы вы могли подготовиться. Много обновлений, и все были на низком старте. И сегодня я хотел вам... Сегодня у нас в студии находится Джон Киннер, и это официальное лицо компании Infinia. Он сегодня подготовит материалы для вас, то есть он подготовил материал для вас, чтобы вы могли для себя сделать выводы, что вам нужно сделать. Как вы знаете, несколько источников дохода нам не помешает, и особенно тот, который, в котором мы уже построили фундамент. Джон, I give microphone to you. I see that Dennis has connected to us. Денис, добрый день. Денис, добрый день. Я только что представил Джона, что у нас сегодня в студии. Также немножко объяснил, что мы были 2 месяца в режиме низкого старта, и сейчас компания подготовила обновление. Там музыка у кого-то на заднем фоне. И сегодня будут важные обновления. То есть ты от себя хотел что-то добавить? Это у меня музыка играет, друзья, поэтому буду добавлять с музыкой. Хотел бы, конечно, узнать прояснение, что есть в компании, потому что люди уже давно ждут старта, давно ждут обновлений, и есть масса вопросов, хотелось бы получить на них ответы, и вообще, когда мы уже начнем работать, надо понимать. Ну да, согласен. Хорошо, тогда, Денис, у тебя по ходу пьесы будут возникать вопросы, ты тогда как-то мы будем их задавать. Сначала мы дадим Джону все рассказать, что они подготовили на уровне компании, а потом мы зададим вопросы свои. Джон, hello, John. So, microphone to you. Dennis is with us, we are silent, we give you to explain everything, and if you don't mind afterwards, if we misunderstand something, we will ask the questions. Absolutely. Absolutely. Well, okay. Lots of. Thank you. Thank you for inviting me. Спасибо большое за то, что меня пригласили. It's been a long time since I've had an opportunity to speak with many of our Russian members that are listening. Прошло достаточно много времени с тех пор, как я выступал перед российской аудиторией. And I very much appreciate the opportunity. И я очень благодарен, что у нас такая возможность появилась. So, as everybody knows, since our official launch or pre-launch starting in December, Infinia has had some very exciting things happen. And, of course, for some of the markets around the world, we've also seen our share of frustrations as well. С того момента, как в декабре мы сделали такой предварительный старт, было очень много изменений, было очень много моментов, которые нам пришлось преодолеть и уладить. И... вот мы сейчас подошли к такому моменту, когда мы уже готовы внести определенную ясность. So what I'd like to do is I want to share some details on what we've done as a company for the past couple of months, what kind of successes our Russian members have been having in their e-commerce endeavors for the past couple of months, and what new features for Infinia are going to be released to Russia and Eastern European in the coming days. И также сегодня я хотел бы с вами поделиться последними новостями о том, что какие изменения мы сделали за последние 2 месяца в системе. Также хотел бы с вами поделиться успехом российских ребят, которые торгуют, используя инструменты на площадках для электронной коммерции. И также я хотел бы вам, там еще систему хотел бы вам показать, изменения в компенсационном плане. I've got 6 different things that I'd like to discuss, Alexei. And any time that you or Dennis want to stop and comment or ask questions or share details, please feel free. И сегодня он хочет поделиться 6 основными моментами. И если у нас будут какие-то вопросы, у меня или у Дениса, он просил задавать эти вопросы, чтобы мы быстро проясняли и двигались дальше. Okay. So I'm going to share my presentation so everyone can... Сейчас он хочет поделиться презентацией, чтобы каждый из нас ее посмотрел, поделиться экраном.
All right, so you please let me know if you can yes. see this. Yeah, we see this clearly. Fantastic. Okay, so let's dive right into an agenda that I'd like to discuss. And the first thing... Сейчас он переходит к повестке дня. Why don't you go ahead and read these six items that we're going to work through over the next half hour or so? Okay, can you move slide to the second so I see it on the big screen so I can read it to people? Oh, you don't have my slide as a full screen? I see first slide with the huge Russian flag. Oh, it should have moved for you. Oh, really? Yeah. Oh, no. Let me attempt to do this one more time. Сейчас он перезагрузит систему, чтобы мы видели следующий слайд. У меня висит первый слайд. You can see this okay? Okay, so now I see slide number 3 and I do not see slide number 2 with 6 items. One step back, yeah. Very strange. Let's sort this out. Сейчас он перескакивает слайды. Нам надо, чтобы мы точно все поняли. Okay, you can still see my screen? No, I see you now. See me now, okay. All right, I'll fix that. Yes, here we go. Now I see clearly six items. Итак, ребят, здесь у нас шесть пунктов, на которые мы хотели бы с вами сегодня заострить внимание. Первый пункт – это платежи, это выплаты и завод денег, и решение по этому вопросу. Потому что раньше были проблемы, люди не могли вывести деньги, не могли проплатить деньги, то есть какие-то там моменты были, сейчас мы это обсудим. Дальше. Второе – это электронная коммерция. Это то, что на самом деле люди получают результаты, используя инструменты и знания, которые предоставляет Infinii для того, чтобы зарабатывать на площадках для электронной коммерции. Третье – это цифровые продукты, это digital, цифровой маркет, и платформа для торговли, на которой вы можете размещать товары и как бы приводить туда производителей. То есть это площадка, на которой вы сможете зарабатывать деньги, без того, чтобы торговать, там, например, на Амазоне, на eBay, на это крашифровую. Дальше. Четвертое – это план вознаграждений. Пятое – это изменения в бэк-офисе, это навигация и система отчетов. И шестое – это как вам надо переставлять людей в вашей системе. Это очень важно, потому что, забегая вперед, скажу, что через несколько дней будет начисление комиссионных, и вам нужно на самом деле будет правильно распределить людей. Ну, давайте все по порядку. Окей, Джон, let's go on. All right, let's get into it. So, item number one first, payment solutions. I'd like to discuss this. Can you see the PESA slide right now? I still see the slide number with items. It's not moving to the next by. All right. So I may have to do this manually, slide by slide. Right. Now, you're looking at me. You can no longer see the presentation. I see six items. I do not see that the next slide is moving. I see your cursor, by the way, moving. Isn't that something? Okay. Well, I apologize, everyone. So we'll just do this the old-fashioned way. And we'll stop sharing, and then we'll go back to it again. Okay. Now I see send money online, pay, and get paid. Perfect. All right. Mm-hmm. So let's see if we can get this working okay. First thing that's important for our members, not only in Russia, but all throughout Europe, is to make sure that they can, of course, pay for the membership that they want and make sure they can also get paid quickly and easily. То есть для всех очень важно, не только в России, но и в Европе, и в других странах, чтобы люди получали комиссионные быстро и могли оплатить свое членство тоже быстро, без всяких задержек или отклоненных платежей. Do you see the slide change? No, still see this green, send money online.
Okay. So we're going to have to manually click in and out of this each time, I'm afraid. But that's okay. We don't have that many slides to go through. So okay. You can see me now. Yes, it's okay. Okay. All right, so here's what we'll do. We will go. Влада, не переворачивайся, он будет так один за одним переключать. All right. Now I'm the slide that I have up is the back office for the Payza solution. Can you see that now, or are you still looking at the green? I still see the green one, John. Okay. All right. Right. Well, we'll do this manually each time. Mm-hmm. So now you can see the back office. Yeah, I see Payza, да. Yes. Okay. So this is in obviously this is in Russian language. This is the back office for Payza wallet solution. Mm-hmm. То есть они подключили платформу Payza, и вы видите здесь сейчас back office Payza. Alexey, do you have a Payza account yourself? Yeah, I think yes. Okay. Perfect. And I'm assuming some of our members probably do as well. Yeah, many of them. Он задал мне вопрос, есть ли у меня Payza аккаунт. Я сказал, да. И он сказал, что предполагаю, что у большинства есть аккаунт Payza. So if anyone has a piece of paper and a little pen beside them, perhaps they can make a list of to-do of homework items that we're going to give them during this call. One of them will be to open a Payza account if they don't already have one. То есть он хочет дать небольшое нам домашнее задание, чтобы мы записали, что нужно сделать. Первое – это открыть, зайти на сайт Payza и открыть себе счет на Payza. All right, now we're just going to manually go to the next slide. Okay. So we're moving to the next on our items to discuss, and that is e-commerce success that our Russian members have seen so far. So just... Before you go to this point, so when people open account in Payza, somehow in the back office they will be able to hook up this account with Infinia account, right? That's exactly right. То есть я там сделал вопрос уточняющий, то есть вы сейчас открываете себе аккаунт на Payza, заходите в back office Infinia, и вы сможете вот этот свой аккаунт прикрепить в Infinia, чтобы вы получали свои комиссионные через back office Infinia на Payza. Okay, let's go. All right. So I put a few examples on the screen, and these are individuals we have had some e-commerce instructions from Bill and some other successful Russian members that Bill works with that have still been doing trainings on a weekly basis for our Russian market, and we're actually having a very high level of Russian member success within the e-commerce arena. И сейчас мы перешли ко второму слайду. Это успех людей, которые находятся в России физически и продают товары, используя наши технологии на Amazon и на eBay. И у нас есть инструктор Билли, который проводил обучение, и Джон рапортует о том, что большое количество людей из России стали применять эти знания и на самом деле стали зарабатывать определенные деньги. So I went through a couple of slides there. Alexey, one of the things that I want to focus on is this third item, this new product release I want us to discuss for a few minutes. Okay. Сейчас он хочет остановиться на третьей части. Видите, быстро так двигаемся. На третьей части, где обзор новых продуктов, которые нас с вами ждет. Поподробнее. Okay? So the first thing that I'd like to say is, to our members listening that have engaged with the Prime Surge or Excel platform, that have been participating in e-commerce, that have been creating success for themselves, congratulations to you. То есть те из вас, кто стали использовать наши знания и стали зарабатывать деньги и воспользоваться преимуществами пакетов, вот там 50, 150 или 400 долларов, то есть компания вас как бы поздравляет с этим. So just basically over our first 120 days of pre-launch, we're close to $50 million in member sales.
То есть за вот эти 120 дней того, как существует компания с нашим вот предварительным предстартом, то есть наши партнеры сделали продаж в общей сложности примерно на 50 миллионов долларов. Now, one of the reasons that Infinii developed such a strong following and such a strong reputation for the past couple of years was its ability to teach our members how to create income for themselves without doing any recruiting or without sharing the concept with any person. То есть репутация и успех, который компания достигла за последние два года на рынке, был вызван тем, что и так как много, большое количество людей, которые следят за нами и с нами вместе там трудятся, участвуют во всем этом движении, вызвано тем, что мы обучаем огромное количество людей, как работать на рынке вот этой электронной коммерции, без того, чтобы приглашать людей, без рекрутирования, чтобы люди могли просто сами себе заработать денег без приглашений. So if you're listening and you are the type of person that enjoys spending 30 minutes, 1 hour, 2 hours a day in front of the computer, creating profit for yourself without having to share or build a business with others, then e-commerce is the perfect vehicle for you. То есть, если вы тот человек, который готов уделять там 30 минут в день, час в день, 2 часа в день тому, чтобы заниматься электронной коммерцией и выстраивать систему, которая будет позволять зарабатывать деньги даже без приглашений, то Infinii, вот эта вся система, это идеальная работа для вас. Now, most of you know that my background for the past 20 years has been building teams. I'm a network marketer, and I love building teams, I love working with people, and I love creating large income for myself with reward plans from successful company. И как вы знаете, я последние 20 лет занимаюсь сетевым бизнесом, и мне это доставляет удовольствие. Мне нравится создавать команды, обучать людей, позволять им сделать так, чтобы они зарабатывали деньги, создавать компенсационные планы и так далее. То есть это то, чем я люблю заниматься. And so I'm very excited about this next topic we're going to discuss right now. Because for those of you who are also network marketers like myself, you're going to be very excited with what we're about to release. И для тех, кто из вас любит создавать сетевой бизнес, несколько следующая информация вас очень сильно порадует, так же, как и меня она порадовала, потому что мы запускаем абсолютно новую уникальную систему сетевой модели бизнеса. Okay, so let me reshare screens. Here we go. I can see why it's getting locked, stuck. So I apologize for the slow process here, but we have to manually go from slide to slide. Okay. Так, и вот мы переключились на следующий слайд. И здесь на слайде две строчки, что вы можете двигаться по двум направлениям. Это развивать навыки человека, который может самостоятельно торговать на электронных площадках и зарабатывать деньги без приглашений, а также вы можете строить свою собственную команду. So as we've just discussed, developing e-commerce skills, one of the great things about that is that you're developing a skill set that nobody can take away from you. And once you learn to make money with those skills, you'll always have those skills, just like a doctor or a lawyer or a plumber or an accountant. You can take those with you and create a reliable income source. Очень отличительной чертой работы на рынке электронной коммерции, что здесь вы получаете навыки, способности и знания, которые у вас никто не может отнять. То есть, допустим, чуть-чуть поясню, в других бизнесах вы там где-то подключились, там что-то не срослось, все провалилось, все рухнуло. И вы остались без дохода. Здесь, если вы имеете эти знания, как торговать, как получать доход, вы всегда можете себе обеспечить какие-то деньги. Джон, by the way, you know, let me a little bit interfere with my success small story. Please. Knowing this knowledge, I sold about 20 items for the last maybe 2 weeks on eBay, easily. Congratulations. Yeah. Я просто чуть-чуть сказал, что
Я использовал знания Infinity, и за последние, кстати, там дней 10 я продал порядка 20 наименований на eBay. Вообще, представляете? То есть, вообще как часы все заработало. Ну да ладно, поехали дальше. Okay, John, just wanted to share this. Okay. So you can, Alexei, you can see on the left-hand side of the screen, it says develop e-commerce skills. Uh-huh. And then below that it says Prime Surge and Excel training. So we now know we have very detailed video training in Russian language and in other languages in our back office. То есть вы видите на левой стороне экрана, что у нас есть три продукта: Prime, Excel и Vendors. И у нас есть подробное, исчерпывающее обучение в бэк-офисе Infinity. Вы можете пройти все шаг за шагом, и вы можете себе уже построить систему, как вы можете зарабатывать на электронной коммерции, используя эти знания. And this coming week we will also be releasing Marketplace. И на этой текущей неделе, которая нас с вами ожидает, мы запускаем новую платформу торговую, она называется в переводе на русский рынок, да, или на английском языке marketplace. There are already 600,000 products inside marketplace. И уже там сейчас больше 600 наименований товаров, продуктов, которые там есть. And vendors is the access channel to marketplace. In other words, our members can reach out to wholesalers and to manufacturers in Russia, and they can help them pull their product ranges, their product catalogs into Infinity Marketplace. То есть на этой площадке люди могут не только покупать товары, да, или продавать товар, но вы можете туда подключать производителей, которые будут там размещать свои товары, и вы как человек, который подключили этого производителя, со всех продаж, которые будут там происходить на этой площадке, сможете получать объем, за который вы будете получать свои комиссионные. So, as we continue to roll out more e-commerce pieces like Infinity stores, it's going to be easier and easier for you to profit if e-commerce is the area that you want to focus on. По мере того, как все больше и больше пользователей будет в этой системе, больше и больше производителей будет подключено к этой системе, вам будет все легче и легче зарабатывать деньги, и ваши чеки будут все больше и больше расти. Now, for the members that are more like myself, that really enjoy team building, that really enjoy sharing products with value. То есть те из вас, кто занимается сетевым бизнесом и кто любит и кайфует от построения систем и рассказывать о том, что у вас есть, другим людям, следующая информация для вас. We're also going to have a digital library or a digital marketplace. И, кстати, еще один момент, что у нас будет цифровой рынок, то есть это платформа, на которой вы сможете продавать цифровые продукты. So, on the left-hand side of the screen is the marketplace that's filled with physical products that we can sell for profit. И на левой стороне экрана вы видите marketplace, и там в нем внутри еще будет раздел с цифровыми продуктами, с которых вы тоже сможете зарабатывать деньги. Что такое цифровые продукты? Это музыка, книги, это какие-то видео, фильмы, учебные программы и так далее. And on the right-hand side of the screen we have Infinity Digital, which is another marketplace, but it's for digital or electronic products. И также вы видите справа как раз вот этот экран, справа на экране вы видите производителей, которые являются поставщиками, да, только цифрового продукта. То есть слева вы видите людей, которые производят там физические ощутимые там вес, габариты, так, продукты, да, а справа это цифровые продукты. То есть и мы можем получать доход как с физических, так и с цифровых продуктов. Now, where I'm particularly excited for our Russian members is we are going to release early one of our digital products to give our members an idea of the types of products that will be inside the digital library. И через несколько дней, в ближайшее время, мы опубликуем цифровой продукт нашего производства, чтобы вы, как наши партнеры, получили представление, что такое цифровые продукты и как их можно продавать и зарабатывать на этом.
That product is called Signal Forge. How it's called? Signal Forge. And it's written there. Signal Forge. Yes, we discussed it. И этот продукт, этот продукт называется сигналы Forex, то есть не такое это для торговли на, сейчас вы услышите, окей? Okay, so Signal Forge is a product that has been in development for a couple of years. И вот этот продукт, он был в разработке больше двух лет. And like any other digital product, I can actually apply for a membership and I can have it instantly because it is not a physical product, it's a digital or electronic product. И так как это цифровой продукт, то я могу подключиться к нему моментально. И... So this particular product is involved in the world of currency trading. И этот продукт, он позволяет нам подключиться к рынку торгов на валюты, на валютных торгах, то есть позволяет нам торговать на валютой. So, I was first exposed to this product about 2 years ago, and I was using it with great success, but our development team took it off the marketplace because they wanted to create a system that would automate Signal Forge. In other words, when I receive a signal, they wanted to create a system that would automatically make a currency purchase for me. И 2 года назад мы выпустили этот продукт, мы его протестировали, получили феноменальный успех, но мы его сняли с предоставления для того, чтобы улучшить саму внутреннюю систему, чтобы сделать обновление, то есть его лучше сделать. И сейчас она готова, и мы ее в ближайшее время для вас запустим. Over the past 6 months of testing, for every $1 that was lost in testing, $33.10 were made in profit. Вы не поверите, сумасшедшая статистика. За последние 6 месяцев тестирования каждый доллар, который был, допустим, вложен в эту систему и потерян, так скажем, на каждый потерянный доллар $33 и, там, по-моему, 10 центов было заработано. То есть 1 к 33. То есть успех... So it's like ratio, right? Ratio like... It's like an automated robot system. То есть это на самом деле автоматизированная система торговли на Форексе. Now, for those of you who have a little bit of experience with the ownership of Infinii, Hitesh specifically has very significant mathematical skills, and the engineering team that's been developing this, they've seen this product generate more than $300,000 in its testing period, so it's been highly successful. Как вы знаете, Хитаж такой, он гениальный человек, у него выдающиеся математические способности. И вот за последние 6 месяцев просто тестирование компания просто создала на аккаунтах для тестирования там больше $300,000. So in binary trading, basically what a person is doing is they're making a purchase on currency pairs. So the euro versus the US dollar, or the Japanese yen versus the Swiss franc, etc. То есть для тех из вас, кто немножко знаком с рынком валютных торгов, вы там просто заходите и вы покупаете ту или иную валюту, например, на торгах, например, там доллар к евро или там доллар к японской иене, вы какая-то валюта идет вверх, какая-то идет вниз. И у вас есть автоматизированная система, которая позволяет вам правильно делать выбор в ту или иную сторону. And the most credible company, the largest company in this world of binary trading is binary.com. И самая крупная компания, которая работает на рынке например, бинарных торгов, это binary.com. They are US based, but they have offices in several cities around the world. Это компания, которая основана в Америке, но у них есть много офисов по всему миру. And we have a very unique relationship with them. И у нас с ними уникальные отношения.
the partnership that we've created, we are using, we're APIing the SignalForge signals into their system. То есть мы, у нас система, которая интегрирована в их систему, и каким-то там хитрым образом они там получают адекватную информацию. So this is one of what will be thousands of digital products inside the InfiniEye Digital Library. То есть это один пример, это один из продуктов, который один из тысяч и многих тысяч продуктов, которые мы вам сейчас демонстрируем, которые, которые вы будете увидеть вот на этой торговой площадке Marketplace. Now, the reason I'm most excited about this product is, as you can see, binary.com, their accounts are also available in Russian language and other European languages. И также вы будете видеть перевод материалов на разные языки, чтобы вы могли пользоваться этим. And I get to set the parameters, the guidelines for the SignalForge product any way that I want to set the guidelines. И у нас с вами, мы сейчас сделаем параметры, то есть по которым мы все это будем как бы, ну, переводить, там все это будем делать. То есть, So if I want, Alexei, I could take every signal that comes in, I could take every one of those trades. Or I could set my system to only take the high success trades, the zero risk trades, or somewhere in between. Я чуть-чуть там просто выпал, я чуть-чуть вам сейчас восстановлю как период, там меня немножко отвлекли. На самом деле, то здесь у вас есть будет такая система автоматической торговли, вы можете выбирать сами параметры. То есть вы сможете выбирать там сами степень риска, вы сами сможете выбирать объем этих торгов, или даже вообще можете повторять, как я понял, действия успешного трейдера. Now, one of the things that I'm most excited about is that I can set this system so that I do not have to speak to anybody. I set it automatically, the signals come in, and it takes the signals that I ask it to take, or the currency pairs that I ask it to take, and it just runs automatically. То есть вы будете получать вот эти сигналы, которые заходят, да, и вы можете сделать так, что вы руками будете использовать эти сигналы и торговать, например, да, или вы можете сделать так, что сигналы к вам поступают, вы установили систему на полном автомате, и она сама там начинает торговать за вас. То есть вы можете вообще это на полный автопилот поставить. So we're going to release this one product before the digital library opens, just so that our Russian members that are want to focus on building with a product and building their teams have something that they can access right away. So I spoke with Hitesh before this call, Alexei, and in less than 2 weeks, this will be ready for them. И он разговаривал с Хитешем, и в ближайшие 2 недели этот продукт будет доступен для русскоязычного, для русских партнеров, для русскоговорящих партнеров, с тем, чтобы у вас была в руках система, с которой вы могли бы просто каждый день зарабатывать себе деньги. Вот. So I'm going to be starting my account. I'll be starting my account very, very soon, and I know you will be too, Alexei. This is something we've talked about. I'm very, very excited about this world of currency. For those members that have more experience with foreign exchange, FX trading, there will also be a robot with automated signals for FX trading as well. То есть для тех из вас, кто помимо бинарных опционов знаком еще с рынком Форекса, вы сможете также получать сигналы для торговли на Форексе. И это очень классно, то есть это открывает колоссальные возможности. И Джон говорит, что в ближайшее время, то есть мне также дадут аккаунт, на котором мы я буду все это тестировать, смотреть, чтобы мы уже потом могли вас уже на основании реального опыта показать, как все работает, и обучить этому всему пользоваться. So, what I'm most excited about, Alexei, is that this is a very, very simple product. It doesn't require any videos for me to watch. It doesn't require any books for me to read. I can simply plug it in. I can start earning from it. And I can start sharing the information with my friends. И что хорошо об этом продукте, что здесь вам не нужно смотреть большое количество видео или вообще какие-то видео.
вы можете прямо сразу за несколько минут там настроить систему, и понеслась, она начинает зарабатывать деньги, и вы видите, что вы зарабатываете деньги, и вы сразу можете об этом идти рассказывать друзьям и сразу строить сеть. То есть вот такой простой продукт. And again, for our network marketing, network marketers, the digital library is going to provide a lot of opportunity. Anything that you could imagine, it could be travel memberships, it could be audiobooks, it could be video business programs. Anything that you could imagine that's not a physical product can get loaded into Infinity Digital. То есть для вас здесь открывается на систему цифровых вот этих наших цифрового рынка огромная перспектива, потому что вы можете туда добавлять любых производителей, допустим, компанию, которая продает какие-то туристические путевки по клубной системе, да, или человек, который продает какое-то обучение, или какие-то курсы. То есть всех этих людей, все эти системы вы можете туда подключать и получать на этом комиссионные. And what I would encourage our Russian members to do is if they know anybody who's an author, or if they know anybody who's a teacher, or if they know anybody who's written or built any program, make sure that they reach out to their friends and get those programs also loaded into Infinity Digital. И если вы знаете каких-то авторов, писателей, которые написали какие-то книги, материалы, видеокурсы, вы с ними свяжитесь и сделайте так, чтобы они опубликовали свои курсы на нашем рынке Marketplace. То есть они будут делать продажи, вы будете получать комиссионные. I was wondering if you or Dennis had any comments or anything you wanted to share in regards to SignalForge and some of the upcoming digital products. Денис, то есть он также задал вопрос, есть ли у нас какие-то вопросы, которые мы можем сейчас пока задать вот по поводу... Да, вопросы есть. Вопрос вот от партнеров. Будет ли свой склад, как у Амазона, в компании Infinity? Будет ли электронная площадка, ну, торговая площадка для производителей в компании? Так вот же, он только что про электронную площадку сказал. Это и есть площадка для производителей. Ну, да, это просто уточнить. Смотрите, такой вопрос вот по вендорсу. То, что Джон говорит, что мы будем заводить производителей, какой процент будет идти, и как это будет, где это будет учтено, какой процент будет идти, как это происходит, процесс, как это будет идти? Джон, the question is this. So, can you like give some little bit explanation? Let's say somebody brought a vendor, and what is the percentage that we are going to receive? When this vendor starts to sell this product on marketplace and all this, how it is connected and how people are paid and volume and bonuses and stuff. Sure. I'll give you a very simple explanation, a very short one. Mm-hmm. Он сейчас очень быстро объяснит, как это. And the explanation works for both the digital library and for marketplace. То есть это объяснение, которое я сейчас вам дам, оно простое, оно касается так же, как и физических продуктов на платформе Marketplace, также и цифровых продуктов в библиотеке Digital Market. Now, the first thing you need to understand, in our marketplaces, there needs to be at least a 30% discount for our members, so when they buy something in Marketplace or Infinity Digital, they can then go sell that in their own Infinity store, they can go sell that on Amazon, eBay, or another website, and they know there's going to be profit there. То есть он говорит, что производитель должен знать, что 30%, он должен как минимум дать 30% скидку для партнеров Infinity на нашей платформе, чтобы когда наши люди начинают публиковать эти материалы или происходят продажи по нашей наводке, то, допустим, на каких-то других средствах там продажи, то вы получаете вот эти комиссионные. But our members for Infinity Marketplace are going to find that there are some very high profit items in there for them to focus on their e-commerce business. То есть мы как партнеры будем фокусироваться на продуктах, которые востребованы и на которых можно заработать максимальное количество прибыли. So, if a member added a product to Marketplace or a member added a product to Infinity Digital, every time that product sells,
the member is going to earn money. То есть, если вы разместили этот продукт на платформе, вот, да, допустим, на маркетплейсе или на рынке цифровых продуктов, вы разместили этот продукт, и он куплен, то вы получаете свои комиссионные. Now, as Infinii continues to grow in South America and across Europe, in Canada, the United States, all across Asia, Australia, it doesn't matter who buys the product, whether that person is inside their Infinii business or not, that member is going to make money. И так как вы понимаете, что неважно откуда, из какой страны человек получает, покупает этот продукт, там из Кореи или там из России или из Америки, вы получаете свои комиссионные. Now, the merchant of the product is also going to make profit as well. И человек, то есть компания, кто автор этого продукта, чей это продукт, да, то есть вы разместили чей-то продукт, вы получили свои комиссии, а компания, которая дала вам этот продукт на размещение, она получает свои комиссии. And then finally, there will also be business volume attached to every product that sells. So if members of your genealogy, of your team, are buying things in Infinii Digital or buying things in the marketplace to resell, that's business volume that's being generated for you. И также любые продажи, которые будут формироваться на платформе Marketplace или Digital Market, вы будете получать, как бы все это будет засчитываться вам волюм, с которого вам будет начисляться комиссии. То есть, John, little bit, I give them one more sentence. То есть, когда вы или ваши партнеры, например, покупаете эти продукты, допустим, для себя, или вы купили это для перепродажи, то есть со всех вот этих покупок, со всех вот этих движений будет начисляться объем. И вот этот объем будет распределяться в комиссионные. Алексей, я спроси, какой процент, вот, например, привел я производителя и завел на площадку Marketplace, какой процент я получу, ну, как тот человек, который привел? Какой-то есть фиксированный процент? Dennis is asking the question. Let's say Dennis is bringing a vendor, a manufacturer to the marketplace or digital market. И процент с чего будет? С товарооборота или с прибыли или с кэшбэка? То есть, ну, вот понимать надо это. What is his profit? What is his commission? Is it going to be commissions based on cashback, on wholesales, on profit of this vendor? How it is going to be? It'll be his profit, Dennis's profit will be on the sale price. He'll earn 2% on the sale price for every sale. С каждой это будет основано на с продажи. И 2% с продажи будет идти Денису в этом примере. And if it's a product where there's a reoccurring charge, he'll earn every time. И если это продукт, который каждый раз продается, с каждой продажи Денис будет получать 2%. And then, of course, if members of his team also use that product, he will also see the business volume flow through his rewards plan. Если сами партнеры еще структуры покупают этот продукт, то будет формироваться объем в баллах, и со всех этих баллов Денис также будет получать еще бонусы. Now, depending on the product, there is also a very significant retail profit when a member sells something inside the marketplace or inside the digital marketplace. И также вы увидите, что здесь будет совершенно существенная прибыль, когда вы сами продаете продукт на вот этой площадке Digital Market или Marketplace. Some of the products that I've been looking at inside the Digital Marketplace, if I was to sell, for example, an electronic course on goal setting, and the course was worth $150, I would make $40 every time one sold. И... То есть, допустим, вот пример. То есть, человек купил курс за $150, который помогает расставить цели в жизни, да, и я как продавец заработал бы в этом случае порядка $40. So each product is different, each pricing is different, but the one thing that we make sure is that there is good value for all of our members and for the customer as well.
То есть цены разные, товары разные, продукты разные. Но что оставляет, остается важным, чтобы здесь была хорошая наценка и возможность для наших дистрибьюторов заработать хорошие деньги. Алексей, я правильно понял, что мне как партнеру Infinii выгодно продавать продукты именно с Marketplace, потому что я с этого и тоже буду зарабатывать. Все верно. Все верно. It's also important to understand that our marketplace is a members-only wholesale marketplace. И важно, здесь важно понять, что вот эта площадка Marketplace, это торговая площадка только для партнеров Infinii. eBay and Amazon are also marketplaces, but they're retail. You're paying a retail price at eBay and Amazon. То есть на Амазоне, на eBay у них тоже такое как бы членство, да? Но вы там платите розничную цену за участие, за покупку. The reason that we've done this is because many manufacturers already have retail distribution, and in some cases, Alexei, they have contracts with their retailers. So by making our marketplace members only, we can get products inside the marketplace that no one else has access to. То есть у многих производителей, у них уже есть контракты с какими-то розничными сетями, с розничными продавцами, и вы заходите, например, там на Amazon, на eBay, вы видите конечные розничные цены. Так как мы сделали это по другой системе, грубо говоря, у нас рынок оптовиков, как бы получается, и вы видите здесь, как бы у нас будет как клубная система, то есть только для партнеров, и это будет позволять людям зарабатывать огромные комиссии, иметь такие товары, которых вы не найдете, например, в других площадках. So we're getting manufacturers inside our Infinii marketplace that do not want their products on Amazon or eBay. И вы увидите производителей, которые размещают товары на нашей площадке Marketplace, которые не хотят продавать свои товары на Amazon и на eBay. Because those manufacturers already have retail sales channels and they're under contract with retailers, they cannot take those products to Amazon or eBay. И получается, что есть много компаний, которые не хотят выводить товары на Amazon и eBay, потому что у них уже есть дистрибьюторы, которые продают их товары, и это вносит определенные ограничения на их деятельность, и по этим каким-то причинам они там не могут это продавать. Но тем не менее, они хотят это продавать, и как раз Marketplace – это вот такое решение для них. Does this make sense? A little bit, you know, we need to when we have the system, we look at it, so we have more like reality on how it works in reality, you know. The most important thing. Алексей, is... еще есть пару-тройку вопросов у меня, таких наболевших. Компания что-то придумала с Украиной, потому что это большой рынок, и PayPal там не работает. То есть я так понимаю, что именно платформа Marketplace это решение, да, для Украины. Или какой-то есть еще какая-то альтернатива? Это первый вопрос. Второе, вот то, что по сигналам люди будут торговать, по сигналам. Вопрос следующий. Оплата будет также там минимально 50 долларов, да? Или как-то будет отличаться, вот именно чтобы торговать на этом продукте? Я понял. Сейчас давай по порядку. So, the first question is, has company developed solution for Ukraine? And because PayPal, for instance, does not work in Ukraine, and as far as we understand, Marketplace is a solution for people who live in Ukraine and countries like that. Is it right? It is absolutely right. In fact, one of the things that Marketplace will do is it's going to make it much easier for people that live in isolated regions to sell to other people in those regions. Абсолютно правильно то, что Денис подчеркнул. То есть как раз Marketplace это и как раз является решением для тех регионов, в которых по каким-то причинам, например, там где-то PayPal не работает, где-то eBay какие-то ограничения вносит, или Amazon там не торгуется на этой системе. То есть как раз Marketplace это решение для вот этих изолированных регионов, для того, чтобы люди могли действительно выйти на рынок электронной коммерции.
Okay, and the next question that Dennis asked is about this robot and the pricing. So, are we going to pay extra prices for usage of the system, or it is already included, let's say, to the prime prime package, which is for $50? No, it's an additional fee because those products inside Digital are not owned by Infinii. Those are third-party products. Ah, и вот Денис задал вопрос по поводу вот этих $50. Входит ли вот в эту абонентскую плату за Infinii, допустим, если мы будем сейчас роботом пользоваться, нужно ли будет платить дополнительные деньги за этот робот? То есть Джон говорит, что вот этот робот автоматизированной торговли на Форексе или на бинарных опционах, это не продукт Infinii, это один из продуктов, который размещен на платформе Digital Market, и вы просто, если вы хотите пользоваться этим продуктом, вы отдельно за него оплачиваете там дополнительные деньги, то есть вы как партнер Infinii имеете к этому доступ, но за него отдельно вы выплачиваете месячную абонентскую плату небольшую. And John, what would be the pricing for this robot system? So, one of the things, first of all, there's going to be 50 business volume attached to this as well. So, it'll be a great volume generator for your team growth. Uh-huh. And the signals that will come to you will be $100 a month. Значит, за пользование этой системы вы будете получать 50 очков. То есть, это отличный поток баллов в вашу структуру, потому что многие партнеры захотят этим пользоваться. Представьте, там у вас 1000 партнеров, каждый подключился к этой системе, вот вам 50 баллов на 1000, вот вам уже денежки. И месячная абонентская плата за использование вот этой системы автоматических сигналов $100 в месяц. Джон, it's a little money, $100, because when people start to make like $5,000 a week or more using this system, it's awesome. Absolutely, and the best part is it becomes a second income source. То есть он говорит, что это, представьте, там $5,000 в неделю зарабатывает на автоматической торговле, и это параллельно отличный источник дохода, независимо, плюс еще вы делитесь своим опытом, своей структурой, они начинают тоже там как подорванные там этим всем пользоваться. То есть получается, мы начинаем преуспевать вообще капитально. I like it. John, as for me, this nice thing makes sense right as, now. Well, as a whole team starts to use it, the BV actually creates a third income source. То есть, как только у вас еще и вся ваша команда начинает этим всем пользоваться, то у вас появляется еще и третий источник дохода. То есть, первый – это когда вы структуру строите, ну, то есть, как первый – когда вы роботом пользуетесь, второй – когда вы строите структуру, а третий – когда ваша структура начинает пользоваться этим роботом, и вам в систему текут вот эти баллы, из баллов вы опять получаете по компенсационному плану, значит, коврижки. Ну, это вообще классно. Окей, Джон, I'm very excited. I'm very excited. Me too. Very much so. Alexei, did Mona V come to Russia? Did what? Did Mona V come to Russia? Mona V? Yeah, they were in Russia, but I'm not sure they great success, you know? Okay. Well, one of the things that it's important to note is that right now, a lot of companies that have a very simple product tend to do very well because the members can focus on talking about one simple thing and sharing that one thing with their friends. Джон говорит, что многие компании, которые, знаете, предоставляют простой продукт, где дистрибьюторам надо говорить об одной простой вещи, они преуспевают. And I know that this product is going to fill that role very, very successfully for people that want to build a business in this fashion. И я знаю, что те люди, которые хотят заработать много денег, вы здесь быстренько преуспеете, потому что он простой, все на автомате. Сейчас мы его поймем, как он там работает, кнопки потыкаем и вперед. И о нем просто говорить. So now, Lexi, what I'd like to do is just share some details on the changes to the rewards plan. And why we made them, and how they're going to affect the members. И сейчас мы плавно переподключимся к следующему аспекту нашей встречи. Это изменения или улучшения в компенсационном плане, и что нужно сделать, и как они затронут вашу будущую, ваше финансовое состояние. Okay, so there's one main reason why we wanted to make a change. И здесь есть одна важная причина, по которой мы хотим сделать изменения. If you remember in our first rewards plan that we designed,
It was very popular because it was very high paying. И если вы помните нашу первую версию компенсационного плана, она была просто феноменально популярной, потому что там люди получали совершенно высокие комиссии, то есть бешеные комиссии. But if you remember, the target rank that everybody was shooting for was director, because so many of the bonuses turned on at director. И вы помните, что там была цель стать директором, и все и небо в алмазах, и все большие бонусы, и все там открывались с уровней, когда вы достигали уровень директора, и все хотели стать директором. And because director was 30,000 in business volume, if your business is growing by units of 50 BV, because your friends are coming on a prime, it took a little bit of time to build a large enough business that you're qualifying as a director. И вы помните, что там, чтобы закрыть статус директора, вам нужно было достичь 30 тысяч баллов товарооборот. И если у вас там люди, каждый человек, например, давал вам только 50 баллов, то вам нужно было иметь такую достаточно большую команду, порядка 6 тысяч человек, например. So our goal from the very beginning was to make sure that we had a very high-paying rewards plan, but we really wanted to focus on getting more money out into the manager ranks, manager, regional, national, and global. And so this is why we made a change. We wanted to put more money to the front, the beginning of the rewards plan. И, то есть наша цель – это сделать так, чтобы люди на самом деле получали большие комиссионные в самом начале. Поэтому мы сделали определенные серьезные изменения, чтобы люди уже с первых дней, как они подключились, без того, чтобы достигать какой-то там уже бешеный товарооборот, уже могли существенные, серьезные деньги приносить в семью. Does that make sense? Yes, of course. I like it. I think the thought process, our target rank is regional manager. То есть наша первая цель – это региональный менеджер. Вот второй шаг. Because regional manager is 1,200 BV, we feel like we'll be able to hit many, many thousands of people at regional manager. И вот этот статус, он региональный менеджер, он предполагает, что вам нужно всего 1200 баллов. И огромное количество людей легко закроет статус регионального менеджера. So we're going to have special contests for regional managers around the world. We're going to have special seminars or trips for people that hit regional manager and really use that as the foundation to then get our members to global manager and then get them to ambassador. То есть мы будем по всему миру проводить специальные такие соревновательные программы, которые позволяют огромному количеству людей закрыть статус регионального менеджера, и мы будем специальное обучение проводить, и все это направлено на то, чтобы каждый из людей закрыл статус амбассадор. Я знаю, что Денис любит амбассадор. So we created a very clear roadmap. So individuals that perhaps have not had a lot of success in network marketing in the past are going to have a very clear path to create results that they perhaps have never been able to create before. И с какой целью это сделано? Мы верим в то, что мы хотим сделать, что те люди, которые не преуспевали раньше в сетевых бизнесах, мы сделали сейчас такую размеренную дорогу, карту, по которой любой человек просто встает на эти рельсы и начинает просто достигать невероятного успеха и в плане финансов, в плане вообще структуры и в плане развития. So the first thing that we've done is we've put a very large bonus right at the beginning of the plan called Jumpstart. Anybody I personally enroll, I'll get 25% of whatever package they get involved with. Ага, окей. И первый бонус, который вы быстро сейчас ощутите, чтобы быстро начали зарабатывать деньги, называется jump start, то есть это быстрый старт или быстрый скачок, и вы получаете 25% со всех подключений. То есть на любой пакет вы человека подключаете, вы получаете 25%. Even if somebody joins with a builder pack, so they're paying for their whole year at once, I can still earn 25% of the total amount. And how much it would cost like for the whole year? Well, for example, what we're doing with Prime 6 is if a member pays for 5 months of activity,
Mm-hmm. We are going to give them 1 month for free. Mm-hmm. If the member pays for 10 months of activity, we're going to give them 2 months for free. Mm-hmm. So five times the $50 is $250 to join, mm-hmm. and 10 times the $50 is $500 to join. Mm-hmm. Okay, so let me translate. I've got a slide to show this right after this slide. Окей. Okay. И то есть я сейчас вам приведу пример. У нас сейчас дальше он будет рассказывать про систему, что люди могут заплатить, например, за полгода вперед. Если человек платит, например, за членство за полгода вперед, компания берет не за 6 месяцев у него деньги, а как бы будет за 5. То есть вместо $300 это будет стоить 250. Представляете, вы человек хочет пользоваться, например, вот этой системой автоматической торговли на бинарах. Вот. Он говорит, вау, я беру за 5 месяцев вперед. Он платит $250, вы получаете сходу 25%, да, то есть там, грубо говоря, $56 или сколько, около того, да? Правильно? Алексей, уточнение, это единожды платят, да, 25%? Или когда человек продляет, тоже платят, или единожды? John, the question, is it like one-time bonus or every month if somebody pays, let's say, my first generation? I invited Dennis, and Dennis pays $50 every month. Do I get 25% every month? Yeah, let me show you the way this works. I'll put the slide up right now, and so that you've got a picture to look at. То есть сейчас он объяснит. То есть я задал вопрос. Например, Денис платит там полтинник каждый месяц, а я пригласил Дениса. То есть получаю ли я 25% каждый месяц, когда Денис оплачивает? Ну, по логике так и есть, потому что если Денис решил заплатить, например, там за 6 месяцев, а ну за 250, то есть соответственно, ну да, Денис, я думаю, что это так и есть. Okay, so Dennis's question. If I have a member in my business that is a surge member and they're spending $149.95 every month, I will earn a jump start one time on that $149.95. So the first time they pay is when I earn my jump start. Ah, the first time they pay, not every month. That's right. Ребят, не первый, не каждый месяц вы получаете это, а только с первого подключения. Только с первого подключения. То есть, допустим, вы подключили человека на $149.95 первый раз, вы подключаете. Вот за этот раз вы получаете 25%. Вот нормально прояснили. Спасибо, Денис. But, now this is important, if my friend decides to pay for his whole year at once, so he's still a surge member, so he joins at surge 12 because he's going to pay for 10 months and receive 2 months for free. He pays $1,499. I can earn 25% on the total amount. Ну и говорит Джон, какая фишка? То есть если человек решает сразу подключиться, допустим, заплатить за 6 месяцев вперед или за 12 месяцев вперед, вместо оплаты, видите, там то есть там будет дешевле ему стоить уже это, да, во-первых, то есть он будет платить как за 5 месяцев или как за 10 месяцев, да, то вы с этой сразу суммы получаете 25%. Получается выгодно заводить на большие пакеты, кто сетевым бизнесом занимается, потому что, ну, будешь получать, как будто он там за 12 месяцев подряд там ты можешь получить. Ну, конечно, конечно, ну, конечно. Будем подключать на большие пакеты, Денис, о чем речь? Okay, so now I'm going to share another screen with you, uh-huh. and I want to finish discussing these bonuses with you, because they're very strong bonuses. И сейчас он по бонусам мы пройдемся, потому что они сумасшедшие. So the second we call milestone bonus. Второй это первый, ну, называется веха, да, то есть веховые бонусы такие, веха, не знаю, так назвали. If you look at the milestone bonus, first of all, when I hit the rank of manager, I earn a $50 milestone bonus. Now, manager comes very, very quickly. Manager is 400 BV. Manager is 400 BV, okay. Значит, right. Если вы достигли статус менеджера, то вы получаете бонус $50, а статус менеджера это 400 баллов. So, if I add two or three people to my business, that will usually be enough to get me to manager, so I will be earning 25% on the total amount that everybody joined with, plus
I will trigger a manager bonus of $50, plus that business volume will also go into InfinityPay, because in the new plan, InfinityPay begins at manager, so everybody gets InfinityPay, not just director and above. Значит, сейчас внимательно, ребят. Для того, чтобы стать директором, вам достаточно подключить иногда 2-3 человека, чтобы получить вот эти 400 баллов. Okay? И вы получаете 25%, как раньше, да, со всех этих подключений. Плюс вы получаете, состригаете вот этот бонус $50. И что самое интересное, как статус директор, как статус менеджера вы закрываете, вы начинаете получать бонусы, он называется бонус бесконечности. А раньше он был доступен только со статуса директора. Ребят, я рубанул этот бонус, он просто малиновый. А поэтому здесь вот этот бонус Infinity Pay начинается в самом низу, со статуса менеджера. Это очень важно понять, это обновление, это очень существенно. So you can see the milestone bonuses all together add up to $1,000. И вы видите, что вот эти бонусы, они, вот эти все бонусы, например, за статус менеджера, регионального менеджера, национального менеджера, глобал менеджер, в общей сложности это $1,000. And my goal is to earn that $1,000 as quickly as possible. И моя цель, по второму вот этому виду бонусов, заработать вот эту тысячу так быстро, как только можно. Then you'll also notice that I'm entitled to a check match for two generations of milestone as well. Если вы посмотрите чуть-чуть правее на сером вот этом колонке, вы увидите, что вы также получаете с первого и со второго поколения еще 20 и 10% как бы чек с чека. То есть, допустим, в нашем примере я помог Денису закрыть статус менеджера. Денис получил $50. Денис – мое первое поколение. То есть я получил 20%. Okay. So if I sponsor you, Alexei, and I work closely with you to get you to earn $1,000 in milestone bonuses, I'll earn $200, which is a 20% match of your $1,000. Can you please repeat how if he makes $1,000 on jump starts on what type of commissions? No, it's if you're going to earn $1,000 if I sponsor you, mm-hmm. and I help you build your business. And you hit manager, regional, national, and global. That's a total of $1,000. Right. I'm going to make 20% of each one of those bonuses that you hit. So you get 20 and 10% on all these bonuses. I understand. That's right. 20% on everyone I personally sponsor, and then an additional 10% on everyone you personally sponsor. I understand. That is understanding now. То есть фишка вот в чем. Допустим, Денис получил бонус $50, и Денис мое первое поколение. И я в этом случае получаю 20% от этих $50. То есть вы пригласили, допустим, а Денис пригласил Васю. Теперь Денис поднимается по карьере, и, допустим, Денис в общей сложности этими бонусами заработал $1,000. То есть так как я спонсор Дениса, мы вместе делаем там трешки, общаемся, презентации проводим там и так далее. То есть компания меня поощряет, и мне компания выплачивает 20%. То есть вы представляете, чем богаче ваши друзья, тем вы богаче. И, допустим, у Дениса во втором поколении, то есть в моем втором поколении, есть, например, там Лена. И Лена рубанула бонус $500. Она стала глобальным менеджером. Денис заработал свои бонусы. Так вот, с чека Лены вам еще наверх пришлют $50, 10%. То есть не только помогать своему первому поколению важно, но еще важно помогать своему второму поколению. То есть помогать работать. Джон, this is brilliant. This is brilliant. It's a really good bonus because it gets some good money into people's hands very fast. Absolutely. Absolutely. Now, what's really exciting, though, is Infinity Pay, which was part of the original plan, has gone from 5% to infinity all the way up to 10%. And instead of starting a director, it now starts at manager, so everybody gets it. То есть вы видите, какая система. То есть здесь как бы у нас начинается такое движение в глубину, и каждый получает начинать вот эти бонусы, и каждый наверх также получает вот эти кусочки по 10, по 20%. То есть это очень важно, быстро помогать в глубину расти структуре. All right. Now, the fourth bonus
is very closely related to number three, and that is everybody that I personally enroll, I can earn up to a 100% match of everything they make on their Infinity Pay. То есть четвертый бонус очень близок к третьему бонусу, и здесь, когда вы приглашаете в бизнес людей, вы можете зарабатывать до 100% суммы их чека по системе вот этого бесконечных платежей. Вот по третьему бонусу. То есть, допустим, опять я пригласил Дениса в бизнес, Денис получил 10%, а я, допустим, ну, в общем, вы поняли. Джон, let's continue. Okay. So one of the things that's most exciting about this rewards plan, and as you know, Alexei, you and Dennis and I and many of the other leaders on this call have seen many rewards plans. I'm not exaggerating when I say that this particular plan I am most excited about. To be honest with you, me too. Джон говорит, что мы как сетевики, как прожженные, да, которые уже много на своем веку повидали, разных видели компенсационных планов. Джон говорит, я вообще в восторге, я такого вообще не видел. Я могу сказать, ребята, это фишка. Это фишка. So, the reason I'm excited about this is that what we've done is we've taken all the best features of a binary and we've taken all the best features of a unilevel and we've combined them. То есть в чем момент такой? Мы взяли все самые лучшие вкусняшки от системы бинарного плана маркетинга и самые навороты взяли преимущества от линейного плана маркетинга и объединили это между собой все это, комбинировали. Now the advantage in doing this is very obvious. If I can earn on volume, it doesn't matter where that volume is, if I can earn the same amount, now I'm motivated to put people under other people because it helps them and it doesn't hurt me. То есть момент в чем, если я начинаю, например, зарабатывать деньги и начинаю размещать людей под своих людей, и это добавляет мне объем, и это меня никак не уменьшает мою зарплату и мой чек, то, соответственно, я помогаю своим людям расти, и мой чек растет, и мои люди растут, то это просто то, что двигает систему наверх. So we're going to make sure that everybody has a translated version of this document very quickly, and so that they can go through it on their own as well. But we will also have training videos. Alexei, you, Dennis, and I will assemble some training videos in Russian language very fast. То есть в ближайшее время вы сейчас все получите перевод этого компенсационного плана, и также мы будем проводить обучение в интернете. То есть мы обеспечим, чтобы все получили эту информацию и полностью ее понимали. So I want to show, I'm going to skip ahead because there's still a few things for us to cover and I don't want to keep everybody all night long. Я сейчас вас надолго не задержу, но нам нужно еще пару моментов с вами обсудить. So what I'd like to share with you is another very exciting piece to this team building aspect. И здесь есть один момент, который я хотел с вами обсудить, это как строить команду. Now you can see my screen okay? Yes. Can you see these new people? Right. And these new people? Mm-hmm. Okay. Now, the way that this works, again, because we're combining the best features of a dual team or a binary and the best features of a unilevel, it doesn't matter how far down volume is, I get paid on that volume just the same way as if it was on my level one. То есть, в чем момент здесь? Неважно, как глубоко находятся ваши люди, вы можете перемещать здесь систему такая сейчас, что вы можете под самый низ ставить своих людей, и весь объем, который вы размещаете как бы вниз, он будет идти наверх, и по этой системе все начинают зарабатывать деньги. So, what we can do is we're going to give everybody what we call a holding tank. And all that means is when you enroll somebody, for the next 30 days, you can move them anywhere that you want in your business, but you can only move them once. То есть, когда вы подключаете людей, в течение 30 дней они таком находятся на удержании, то есть в таком в части такого бэк-офиса, где
вам нужно их распределить, да, в ожидании распределения, так? И вы можете этих людей разместить в любую часть вашей структуры, в любое место, куда вы хотите. Now here's the really exciting part though. If I place somebody from my holding tank underneath somebody else, for example, the lady in the green sweater, I put her underneath the lady in the purple dress, the business volume will pay the lady in the purple dress. But the business volume can also help her rank advance, and it can also help trigger a milestone bonus for her. То есть, допустим, девушку в зеленом купальнике разместили под девушку вот в этом вишневом платье, так? И получается, что вот эта девушка в вишневом платье, она получила объем. Объем. Этот объем помог ей закрыть свой статус. Она поднялась по статусу, она получила бонус, так? Но так как она ваше первое поколение, то вы также получили, например, там 20% от этого бонуса. То есть, размещая людей под людей, вы помогаете вашим людям закрыть бонус и получить комиссии. То есть здесь определенная разумность должна быть, что кому вы поощряете, кого вы поощряете, под кого вы ставите этих людей. То есть сразу скажу здесь, поощрять надо тех, кто работает. Не поощряйте неработающих. Поэтому от меня вам сообщение, чтобы вы не делали ошибок. And because people can stay in my holding tank for 30 days, they're building a business. They do not, they're building a business as though they were placed on my front line. So when I move them, I'm not just moving them, I'm moving the whole team that they have built. So I can really help members within my team by placing others underneath them, and it doesn't hurt anybody. It only helps everybody. То есть вы можете в течение один, вы только можете один раз перевести человека, то есть вам дается одна попытка. И получается, когда вы переводите вот этого человека, вы переводите не только его лично, но вы переводите и всю его структуру под этого человека. Таким образом, вы как бы помогаете передвинуть объем, закрыть человеку статус и закрыть свой, и закрыть ему бонус и получить себе бонус. То есть таким образом это позволяет вам укреплять вашу организацию. So I would like to share screens again with you and entire screen share. Huh. I guess that's not what I wanted to do. I like this. I like that. That's pretty cool, huh? Yeah. Okay, so what do I want to do? Google Hangouts, entire screen, Russian meeting, Skype. I'm looking to share this back off. You cannot see my screen right now, can you? No. Now I see you. Yeah. Okay, so I was going to show you how the holding tank works live. Everyone has the holding tank live in their back office now. And so I was going to show you how that works. So let me just... Сейчас он хочет показать бэк-офис и показать, как эта штука работает. И... То есть идеи сводятся к чему? То есть, может быть, забегая вперед, что через 3 дня будут начисляться комиссионные, и вам сейчас нужно это понять, сейчас нужно со всеми связаться, сейчас нужно определить, кто в вашей команде будет работать, и начинать двигать людей и выстраивать свою структуру. Сейчас Джон об этом будет говорить. Okay, let's see if I've got this as an option. Skype, sticky notes. It's very strange. Screen. Can you see my screen now, my back office? Yes, I do. Perfect, okay. So, everyone's familiar with this back office. You will have a new back office coming very soon. Новый бэк-офис сейчас выходит, обновление в бэк-офисе выйдет, но пока это вот такая форма. For now, inside the partner section, you can see genealogy holding tank. Да, yes. I click this. Вы видите, там генеалогия, на удержание вот эта группа людей. Вы видите свою структуру и счетчик тут. Now this is a test account. I can click here to view my organization. Это тестовый аккаунт. In this test account, it shows I have personally sponsored 1, 2, 3 people. И вы видите, в этом тестовом аккаунте я имею 3 человека, которых я лично подключил.
I can see a legend, so I know if I have Excel, Surge, Prime, or inactive members. And я вижу по цветовым отличиям, как они, на каких пакетах они находятся. 50, 150 или 400 долларов, там желтый, зеленый, красный. So anybody that I've personally sponsored will have a little clock. And I click this clock, and it shows how much time I have before I need to move them, if I want to move them. И здесь вы видите часы, они показывают, сколько осталось времени по каждому партнеру до того момента, как они зафиксируются, то есть сколько у меня есть еще времени их переместить куда-то. And you can see it's counting down in real time. И это в реальном времени отсчет, обратный отсчет идет. I also, you can see the cogwheel. It gives me the details on how to make a move. So if I want to move this person, which is Hokawana Test 13, Hokawana Test 3, and I want to move them underneath Hitesh 936, I simply hit this. Нажимаете просто на шестеренку и доводите там в это поле номер, то есть не номер, а как это имя, вот это username, да, того человека, под которого вы хотите его перевести. Например, там вы хотите перевести ХК на тест 3, вы хотите подвести под Hitesh 936, там, да, вот на этом видосе. Нажимаете сюда это и нажимаете Save. So you can see now. It says Hitesh 936. Mm-hmm. Now what I'm doing is I'm assigning a new upline. Not a new sponsor. I'm still the sponsor, but I'm just assigning a new position, a new upline. То есть вы не меняете здесь спонсора. Вы меняете, кто вышестоящий партнер стоит. Вы остаетесь спонсором. Вы являетесь. Он ваше первое поколение. Он просто по структуре там остается. Now, if you remember bonus number four is infinity match. So even if I move someone from my front line under someone else, I'm still the sponsor and I will still earn an infinity match off their infinity pay. То есть вы помните, что у вас там есть бонус, который за чек с чека, да? То есть вы получаете этот бонус, вы остаетесь спонсором, вы просто чуть-чуть его сдвигаете под... по структуре. So, then I hit save changes. Okay, он нажимает сохранить. And then you see a warning. It says, вы видите предупреждение. Only change your user upline once. This is irreversible. So you cannot do it again. Please ensure that this is the change that you want to make. То есть это невозвратное изменение, один раз в жизни его можно сделать, и убедитесь, что это так, и прежде чем вы нажимаете «Сохранить». Алексей, я бы хотел дать такую рекомендацию всем, чтобы всегда, когда будете делать перестановку, обязательно своим вышестоящим спонсором это делать, чтобы не сделать ошибку. Поодиночке это делать никому не рекомендую. Все лучше правильно. Лишний раз перестраховаться, чтобы потом не было каких-то непонятных ситуаций. Все, согласен. So Dennis is saying that if before people, his recommendation, before people do this transition, they need to contact the sponsor upline and coordinate this move, not to make a mistake. Well, and also, here's the other thing. We want to make sure that anybody that, because many of our members listening got involved in December, and it's been a very slow process from December to now, so some of your members have quit. So you want to make sure the members that are still interested in building, that you choose to give them a really strong position at the top, and you can drop other members underneath them. And you can even make a contest to motivate your friends to pull them back into this, not only because of SignalForge and the new simple products, but the new rewards plan and the new holding tank where we can really have some fun building teams. Окей. То есть, и смотрите, какая интересная вещь. То есть, у нас с декабря, у нас огромные структуры выстроились, да, и несколько месяцев, то есть, два месяца у нас там было все в режиме, в режиме ожидания, переделки. И что нужно сейчас делать? Многие люди все равно хотят строить структуры, хотят зарабатывать, они ждали этот момент.
И поэтому вам нужно сейчас связаться с теми людьми, кто хочет. И те, кто хочет, поставьте их на самый верх. То есть сделать своего рода соревновательный момент, потому что вы их подведете на самый верх, и остальных поставить уже под них. То есть к тому моменту, как там какие-то ребята там проснутся, у них уже будет огромная структура, и они уже зарабатывать будут чеки. То есть таким образом вы поощрите тех, кто видит в этом будущее и захочет, значит, соответственно, принять в этом участие. Okay, can you see my screen now? Yes. You can? Yes. Okay, all right. So listen, I want to share some ideas with you just to give the members some idea of how exciting that this can be. Он сейчас хочет поделиться с вами идеями того, как насколько это круто и восхитительно может быть. So let's say, for example, that you are... This is you right here. Mm-hmm. And these are the three people that you've personally sponsored in your business. Mm-hmm. То есть он, видите, синий кружок с буквой U, это вы. И вы пригласили трех людей, чьим являетесь вы спонсором. Okay. So as it stands right now, you have 1, 2, 3 people on your front line. Вы являетесь спонсорами вот этих трех людей в первом поколении. Now these people are in your holding tank, and because you also sponsored them, you will have a little clock that tells you how much time you have before you need to move them. То есть у вас вот эти три человека справа, они у вас в режиме ожидания, то есть они у вас находятся в таком в группе, которую нужно разместить, да, на временном удержании. Там часы, которые показывают, что время еще идет, сколько у вас осталось до их размещения. Now, if you do nothing, if you ignore the clock and the 30-day passes, all that's going to happen is these three people are going to join your front line, and now you have 6 on your front line. То есть, если вы никаких изменений не проделаете, то время, когда истечет, они просто будут вашим первым поколением, они будут просто вашей первой линией. Они не будут в глубине, они останутся вашим, вы будете их спонсором, но они останутся у вас в первой линии. But one of the things that's so important in network marketing is people helping people is how you're going to create your best results. То есть основным моментом в сетевом бизнесе является, как люди, что люди тут помогают людям для того, чтобы группы достичь результатов. So let's say as an example, this lady is a very, very big network marketing leader. She has had lots of success. То есть, вот, допустим, эта девушка с рыжими волосами, она очень успешный лидер, у нее успех в сетевом бизнесе. And you want to place her under one of your top three people. И вы хотите разместить ее под кого-то из ваших первых трех человек. And you want to put her under the strongest one because you want to use her as motivation to build your business. Вам совет размещать ее под самого сильного из своих трех человек, потому что это будет толкать группу наверх и объем наверх. Now let's say that you are running out of time and her clock says 29 days and 23 hours. Допустим, у вас там в часах показывает 29 дней и 23 минуты, 23 часа. And you're still not sure where you want to place her. И вы до сих пор не знаете, куда ее разместить. You can sponsor a new person into your holding tank that has a brand new clock. Вы можете спонсировать нового человека, который окажется у вас вот в этом режиме на ожидании. And this person whose clock is running out, I can now sponsor under this brand new person. То есть вы можете вот эту девушку поставить прямо под вашего человека, который еще у вас вот в этом бассейне на ожидании. Because now I have a brand new 30 days to decide where I want to move this team. То есть теперь у меня... все, я понял. Представьте, вот эта девушка первая. У вас уже осталось несколько минут, и вы вообще все, не знаете, куда ее ставить, часы горят, все, ее надо куда-то ставить. И у вас появился новый дистрибьютор, Вася Пупкин. Вы просто берете ее, ставите под Васю Пупкина, а у него же новые 30 дней отсчитывается. И теперь у вас этот мужчина в пиджаке, под ним вот эта девушка, и у вас опять появляется 30 дней, куда уже этих двоих со всей структуры перестать кого поощрить. Окей, now I got it, John. Okay.
Can you see this? Алексей, уточните, пожалуйста, 30 дней и переставлять один раз жизни можно. Вот тут непонятно. Да, у тебя, ты подписал человека, Денис? И у тебя, да, тебе надо в течение 30 дней куда-то его поставить. Если ты не поставишь его никуда, он у тебя будет первый поколение, первой линии останется. Это можешь делать раз в жизни. То есть ты обратного ухода нет. So I want to share one more thing with you very quickly. Сейчас он еще один момент хочет показать. I just want to show you how simple building this out is going to be for you. То есть он сейчас хочет показать, как это просто все построить. In fact, I'm going to show you another presentation. You'll just have to look at my screen for a moment. Or worse, you're stuck looking at me for a moment, but that's all right. Okay, here we go. This is where I got really excited about this rewards plan. То есть сейчас он покажет моменты, за которые он очень взбудоражен. So I want to compare this new plan to a typical binary rewards plan. Он сейчас хочет сравнить наш план с типичным бинарным планом. Now I'm not complaining or criticizing. I've made all of my money over the years from binary rewards plan. I like a binary plan, but I still want to show you how much stronger this new plan is than a standard binary. То есть сейчас он не критикует бинарные планы, то есть многие люди, и он в том числе, заработали деньги на бинарных планах, потому что это вообще ураган. Но тем не менее, он сейчас покажет вам, насколько круче то, что они придумали, чем вот этот классический бинарный план маркетинга. In this example, this is you. Everybody listening, this is your business, and I am your upline, and any of the yellow centers are people I've placed and growth that's been directly responsible from people that I've placed into your business. То есть вы видите, желтенький это, допустим, это я, как ваш спонсор, и вы синенькую позицию имеете, а желтенькие шарики это единички, которые вы получаете, людей, которых вы получаете от меня. То есть я как спонсор ставил их под вас, и вы получали этих людей в структуру. Okay, so this is very important now. This is spillover from your upline. It's spillover from me. Вот этот спилловер вы получили людей от меня. So what I've done by helping build one side of your business, I've created a situation where you now can focus on the other side of your business, which is your lesser side or your pay side. И получается по бинару вы, допустим, в котором оплатят деньги там 10% за бинар, да? Вы теперь сфокусированы на левой ноге своей, вот это на желтом квадрате, чтобы вам догнать растущую ногу. То есть справа она у вас улетела вперед, и вам надо, чтобы получить комиссию, вы начинаете как подорванные регистрировать людей и строить свою вот эту короткую ногу слева. Okay, so here's the question that I have for you. И вот вопрос для вас, для всех. Did you get paid directly from any of the growth that I put on the strong side of your business? Получаете ли вы прямо зарплату от людей, которых вы получили по спилловеру от меня, например? What do you think, Alexei? No, this time, no. You didn't. I just helped you earn, but you did not earn directly from what I did in your business. Now, have a look by comparison at this. То есть получается, что получается, спонсор вам помогает, ставит туда людей вам в длинную ногу. Но вы получаете людей, но у вас объем растет, но комиссии-то вы не получаете. В этом прикол. Now, here are the same spillover as before, but now in this case, this spillover counts as BV for your infinity pay. It can help you reach your $1,000 in milestones, and it can also help you rank advance. А теперь мы говорим с вами о ситуации, когда у вас есть бонус, Infinity бонус, вот этот 20 и 10%, да? Помните? Который вам помогает, то есть вы помогаете вашему партнеру, он зарабатывает деньги, вы получаете 20%. Так? Okay. Okay. Any questions on that? Can you a little bit repeat the last thing? Yes.
So the spillover, the same spillover that did not pay you in the binary, in the new plan, you will earn infinity pay from it, you will earn milestone bonuses from it, and you can rank advance from it because we've removed the PET. I understand. То есть, смотрите, ребят, сейчас я вам объясню, что произошло. У вас одна нога вылезла вперед, и у вас там, допустим, в первом поколении, вот, давайте так, например, я подключил Дениса, и у Дениса две ноги. И, допустим, под Дениса я поставил Лену. Я спонсор Лены. И Лена там начала городить там лево-право, лево-право, и у Дениса огромная нога выросла. У Дениса теперь дело не до Лены, и ему надо теперь фокусироваться на короткой ноге. И получается так, что Денис-то не зарабатывает в этой ситуации, как бы, да, потому что там объем растет колоссальный. Так вот, они сейчас сделали так систему, что вы, вот эти, то есть, вот этот объем, который там начинает генерироваться Леной и Денисом, они теперь сделали так, что вы получаете комиссионный. Вот, как бы, если так сделать, коротко объяснить. So this was the most difficult part of the plan to design, Alexei, is because everybody can get paid from that volume. It's a very expensive rewards plan. So any company that has a physical product that costs them money, like Nu Skin or Herbalife or Amway, they could never ever afford to use this plan. It pays out too much money. То есть ни одна компания с физическим продуктом не в состоянии, ни одна компания с физическим продуктом не в состоянии предоставить такого жирного компенсационного плана, потому что у них стоимость продуктов. То есть это была трудная задача математическая, короче, как я понял. Они ее решили и сделали очень такой насыщенный, богатый компенсационный план. There's one last thing I want to share with you, and then I'm going to stop for today because I know it's getting late for everybody. Yeah. И он сейчас еще одну вещь покажет, и на этом мы закончим. John, we'll do a compensation plan training one more time, more focused on just compensation plan. We'll do it as often as you like until everybody's comfortable. То есть мы еще отдельно с вами, ребят, поговорим о компенсационном плане, потому что сейчас мы будем уже завершать скоро, просто. Алексей, а когда, спроси, когда в бэк-офисе появится компенсационный план, потому что там ничего нету в бэк-офисе. John, a very quick question. When do we have compensation plan in the back office? Because it's not loaded yet. It's all programmed. It's all finished. So what we're doing for the next 3 days, we're helping people get comfortable, get familiar with the system. Then we will turn on all the payment solutions. Right now, if you're active, you'll see your entire team. You can start moving people around now. То есть сейчас какая ситуация? В ближайшие 3 дня мы хотим, чтобы все зашли в бэк-офис, все ознакомились с бэк-офисами, освоились там, да? И если вы активный партнер, то есть вам нужно оплатить свое членство, как бы, да? Активный. Active is like $10, right? Activeness. Yep. То есть вам нужно оплатить $10, чтобы вы могли иметь доступ к бэк-офису и начинать двигать своих людей. То есть вот это нужно сделать. Okay, I want to share something that's really simple with you here. Now, this is an example. I want to show you a little flow chart pulling all the information we've talked about together for you. Okay, so here's a new member that joins your business, and they either join at Prime, Surge, or Excel. And maybe they choose a builder pack that's a 200 BV pack or 400 BV or 600 or 1200, which means that you're going to reach your bonuses much more quickly. И сейчас он хочет объяснить, что вот, допустим, у вас есть люди, которые могут купить продукт там сразу подключение за 6-12 там месяцев. Okay. Now from there, what you can do is you can keep your business building very simple, and you can focus on having your new friend go to, because they need to be a member, to go to the digital library, and they can, for example, they can purchase Signal Forge, which is the binary signal robot.
То есть, допустим, вы подключили человека, который будет пользоваться вот этой системой автоматической торговли, как цифровым продуктом, да, и он также ему нужно оплатить членство в Infinia, окей? Okay, so, as an example, your friend that just joined likes the idea of currency trading. It's interesting to them. So now what happens is they can start to use that product and start generating profit from that product right away. Sorry. Okay, so they can start making money from using that product right away, but you are also going to generate profit when they join your business. So they're going to join with the Builder Pack, Prime Surge or Excel, and you start making money. And then when they buy this SignalForge robot, that is going to generate 50 BV for you every month. So even though they used, let's say, Prime 12 Builder Pack, and that was 400 BV for you, and you get paid all at once, including, okay, that's 400 BV. So one of the things that happened, of course, is you made a jumpstart bonus, remember, on the full amount, so you earned $125 a jumpstart bonus right away. То есть Джон сейчас объясняет, что ваш человек, который заинтересован в использовании вот этой программы, допустим, как вариант, да, он подключается, он решает, что ему нужно купить сразу на 6 месяцев вперед членство. Вы получаете 25%, так, от этой суммы, потому что вы его спонсировали. И также он начинает, то есть это само подключение генерирует вам вот эти объемы, то есть вот это членство и оплата пакета в Infinia. И также он оплачивает, допустим, вот эту программу для торговли на бинарных опционах и на Форексе, да? И это тоже генерирует вам объем. То есть вот это все будет складываться вам в командный бонус, который будет участвовать в ваших комиссионах. So a very simple way to do this, Alexei, would be to select three friends that you, three close friends of yours that you would like to work with. Three mm-hmm. friends that you would know would be interested in using a robot to mm-hmm. create a few extra dollars, and that's going to create compensation plan earnings for you, because those three friends are going to follow your lead and also add three friends, and then you can take your profits from the rewards plan, and then you can use those profits inside your trading account so that money doesn't have to come out of your bank. То есть он говорит, что вы можете подключить трех друзей, которые хотят такой системой пользоваться, более автоматически. У вас будет формироваться объем комиссионный, и вам даже со свои деньги не нужно будет ничего платить, потому что у вас уже будет достаточно сгенерировано прибыли, с которой вы можете проплатить пользование этой системы. Now remember, our target rank was regional manager, correct? That's going to open you up to some contests, some additional prizes, some special events. Well, regional manager was, remember, 1,200 BV to reach regional manager. If you select three friends to join you, for example, and they all come on at 400 BV, already, in your first three friends, you've already reached regional manager. То есть, допустим, вы помните, у вас была постановка, чтобы закрыть регионального менеджера, это 1200 баллов, соответственно, если вы ставите трех своих друзей, которые, допустим, покупают на 6 месяцев вперед членство, плюс они покупают вот эту систему торговли на Форексе, на бинарных опционах, то у вас сразу вот эти три друга формируют вам вот этот товарооборот 1200 баллов, соответственно, вы сразу закрываете свой статус региональный менеджер и получаете дополнительный бонус. So bringing your friends on in units of three is where the real magic happens within the plan, because as I mentioned, you reach regional manager, and that's why this one is yellow. That's our goal. Build regional managers. So you hit a regional manager because three friends came on at 400 BV. Well, guess what happens when you help three people become regional manager? You automatically become a national manager. And when you help three people become national manager,
you automatically become a global manager, and this opens up all the bonuses to you. Окей. Okay. То есть, в чем момент, ключевой момент, что вы помогаете, вы пригласили в бизнес трех друзей. Это закрывает вам статус регионального менеджера. Потом вы помогаете им также пригласить трех друзей и закрыть каждому из них статус регионального менеджера. И это пододвигает вас по статусу, и вы становитесь национальным менеджером. То есть, вы уже поднимаете по деньгам. Так? Потом вы помогаете своим тем ребятам, которые ваши первые три, также сделать, пригласить по три, и, соответственно, это поднимает их на следующую ступеньку, и вас поднимает на четвертую ступеньку, вы становитесь глобальным менеджером, и вот ваш там уже там чек. То есть это можно, в принципе, за... John, I think it can be done like within 2 days, right? Now, it's important for everyone to know that we've already translated this document, the whole rewards plan and a whole presentation into Russian. We have leaders that are reviewing the translation, and we will have it ready for the members very soon. То есть мы на сегодняшний день уже перевели вот эту презентацию, привели вот этот компенсационный план, вот эти слайды. И у нас сейчас есть лидеры, которые сейчас проверяют, что там все правильно, там правильное словосочетание, правильно на русском формулировка. И в ближайшие дни мы вам всем дадим это уже, чтобы вы могли пользоваться, изучать это, использовать. So we've covered a lot of ground. There was many things to talk about, and I really appreciate everybody's patience. Our next presentation, of course, won't need to be so long because we will have already gone through much of this, but we'll work on repeating this information for you often until it becomes comfortable for you. For those of you who are here, who have been patient, who really feel that there is a future for you in Infineon, I feel the same way. We have some very, very exciting things starting to happen, and I think that you will be very, very pleased that you decided to be patient and get ready to start rolling with us. И Джон говорит, что да, сегодня у нас была достаточно длинная встреча, почти 2 часа, но мы сегодня очень много моментов осветили, и мы также будем их уже более детально повторять в ближайшее время. И те из вас, кто видит будущее в Infineon, кто видит перспективу, кто хочет с нами дальше двигаться, мы считаем, эта информация для вас будет очень полезна. Спасибо за ваше терпение. Как вы видите, мы много чего переделали, перелопатили, и мы смотрим на хорошую перспективу в будущем, которая перед нами открывается. Джон, thank you so much. You really impressed me. Алексей, у меня вопрос еще к Джону. Ага. То, что говорят, там идет время для перестановки. Какое время будет на перестановку? 30 дней, Денис. То есть у нас счетчик сейчас идет 30 дней, да? Не будет такого, что день, два, там это 30 дней. Или как? Ну, Денис, ты зайди в бэк-офис. То есть вот... Часы, минуты, секунды у тебя там, Денис. Хорошо. Ага. Yeah, so there was a question I answered to Denis. It's like the how clock is working. I said there is days, minutes. Oh, yeah, sorry, some very important detail. I apologize, I forgot to mention. So, this is very, very important. We have 30 days, well, it's about 27 days now, to activate everyone who's going to come with us on this journey, and then the system is going to purge out everyone who has not activated their position. So you have 30 days to decide whether you want to activate or whether you do not want to, and then you will be purged out. What this means, if you're a leader and someone you've personally sponsored decides not to reactivate, and then a month later or 2 months later, they see something from the digital library or they see what's happening with Infineon and want to join, they're going to have to rejoin your business from the bottom. So to pay $50 again and $10 again and all this stuff. Right, okay. Now, of course, what you're going to want to do this anyway because right. We have payment solutions for you, we have a new rewards plan for you, and I'm sure that you're all ready to start earning. Здесь важный вопрос, который Джон хотел уточнить. То есть у нас осталось 27... So we have left 27 days to make decisions, right? There's about 27 days for you not only to decide for yourself, but to reach out to everybody yes, that you've yes. personally sponsored. And then they need to reach out to everyone they've personally sponsored. If somebody doesn't join, but they personally sponsored others that are going to activate,
they get purged from the system, and those sponsorships just move up one generation. Okay. Смотрите, очень важно, ребят, пока вы не ушли. Значит, те из вас, у нас осталось 27 дней в среднем на всю структуру, на всех людей по всему миру. Всем нужно принять решение, будете вы дальше двигаться с Infinia или нет, пользоваться всеми этими наворотами и прибамбасами. И если вы не активируете, допустим, не оплатите членство, там вот это, you mean like $10 and $50, right, this payment? You can do 50 or you can do a builder pack, it's up to you. 50 or what pack? Or, okay. So $10 is not count. $10 not counting, right? You need to pay one of the packages. I think, you know what? Let's double check and we'll report back to everybody during our next meeting. Okay. То есть мы сейчас уточним, нужно ли оплатить 10 или 10.50, но фишка заключается в том, что если в ближайшие 27 оставшихся дней человек не принял решение, например, работать и двигаться в Infinia и не оплачивает, то его удаляют из системы. То есть, поэтому сообщите всем своим друзьям, ребят, кто хочет, у вас есть 27 дней принять решение. Кто не хочет, вас просто удалит из системы, система очистит вас от... И если вы вдруг в будущем захотите переподключиться, то вам опять надо будет оплатить полтинник, в принципе, это так и так надо будет делать, и $10, если вы хотите сетевухой заниматься, так? Но фишка заключается в том, что вы сейчас уже находитесь в структуре где-то, под вами уже сейчас есть люди, и вы просто можете потерять то, что вы проделали там 3 месяца, 4-5 месяцев назад. И что еще важно, что, значит, сейчас момент, чтобы я не упустил, я записал. Значит, то, что у вас есть 30 дней, то, что вам нужно сообщить своим друзьям, и то, что те люди, допустим, есть человек, Вася Пупкин, и под ним уже структура там 500 человек, и он находится под Денисом, да, например. Если этот Вася Пупкин не проплатит свое членство вот это, то как бы система сделает компрессию, то есть весь, все вот это нижнее поколение перейдет к Денису, он станет их первым, станет спонсором. То есть система сейчас просто уберет людей, которые не оплатили, не проплатили, и она поднимет наверх желающих людей, с желанием, кто хочет работать. Но это вот такое важное дополнение. Джон, that is exciting. И он сказал, что мы сейчас уточним по поводу 10.50, и на следующем мероприятии мы ответим на этот вопрос. It honestly, Alexei, it makes me want to quit and start building my own team. Yes, yes, I understand. И Джон говорит, все, я хочу уволиться с административной части и начать строить структуру с вами. Джон, I can be your sponsor, my friend. Listen, thank you, everybody. Thanks again for taking the time to be here. I really appreciate it. I'm looking forward to spending more time with you in the future. For those of you who do have decided you want to move forward with us, as we start rolling out some of these new contests for you, help you move through the ranks, I will most certainly come at some point for a live meeting to have the opportunity to meet you in person. Ребят, всем спасибо. Будем завершать нашу встречу. Она была очень длинная. Джон благодарит всех за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Эта встреча будет доступна на YouTube, на моем канале для просмотра. Сообщите всем своим друзьям. Ссылка осталась та же. Вам удобно будет раскидать смс-ки. Я думаю, что сейчас движняк начнется невероятный. Джон, thank you so much. And talk to you soon. And благодарю, I'm waiting Джон. When is success to start to play with this robot system. Indeed. To make some extra bucks. Thanks very much, Dennis. Thanks, Alexei. Thank you, everybody. Thank you, John. Exciting. Ребята, спасибо большое всем за внимание. Мы с нетерпением ждем, когда у нас будет в руках эта волшебная шаман-машина по зарабатыванию денег на автопилоте в интернете, на торгах, на опционах, на Форексе. Там можно качать деньги, если она действительно дает правильные сигналы. Ну, это вообще космос. Все, спасибо вам за внимание, ребят. До новых встреч в эфире. Пока. Денис, спасибо за участие в презентации. Взаимно, Алексей. На связи.